В Петропавловске рушится двухэтажный жилой дом. Он был построен еще полвека назад. В квартирах потрескались стены и осыпалась штукатурка. Жильцы собрали документы и ценности, чтобы в любую минуту эвакуироваться. Но, несмотря на обстоятельства, чиновники дом аварийным не признают. Дом построен в 60-х годах прошлого века. За все время здесь делали лишь косметический ремонт. Сейчас у жителей есть веские основания считать, что строение в любую минуту может сложиться, как карточный домик. Она увеличивается, трещина. Даже можно своим глазам посмотреть, она трещина увеличивается и даже просвечивается на улицу. Мы боимся. Ну ладно, мы взрослые люди, дети бегают же. Размеры трещины и протекающая кровля жителей тревожат. Здесь каждая семья, что называется, сидит на чемоданах. В здании побывали чиновники и сотрудники ДЧС. Однако, осмотрев дом, они заверили, опасности нет. В рамках безопасности была привлечена ТО, организация ТО «Стадия», которая установила маячки на стенах трещины. На данный момент дому ничего не угрожает, аварийным он не признан. Жителям клятвенно пообещали починить стену и ликвидировать трещину за счет городского бюджета в ближайшем будущем. Катерина Бринюк, Айдарбек Айтмухамбетулы, Руслан Алиев, Петропавловск.